Hidden in darkness, you walk the hills. No distant voices call. You are alone. You are alone. Всем привет, друзья! С вами Любопытный Геймер, и мы возвращаемся в Darkest Dungeon. У нас небольшой флешмоб такой наметился, хотя я надеюсь, что он перерастет в большой, потому что на самом деле эта идея мне очень понравилась. Идея подписчицы с ником Аннабель. В общем, суть в том, что вы можете в комментариях написать, выразить свое желание, и я переименую одного из персонажей, текущих или будущих, в ваш ник, собственно, так. У нас двое пожелали пока. Это, собственно, Аннабель и Хот-дог. Насколько я помню, Аннабель просила быть какой-нибудь женщиной-воительницей. Ну, то есть лучше воительницей, но воительницы у меня сейчас нет. Это на самом деле очень плохо, потому что мне этот класс очень нравится, и я его как бы часто юзаю. В основном из-за стана и неплохого урона. Так, неплохой возможности распределять урон, скажем так. Ну, поэтому... Ну, висталка, она как бы... Да, но... Висталка — это совсем не воительница. Поэтому у меня два варианта. Либо это... Кто-то воровка. Да. И... Арбалетчица. Я не знаю, что лучше, поэтому... Ну, дисмосы у нас грохнули в прошлом. В первой, собственно, серии прохождения полной версии игры. Поэтому пусть будет воровка. Да, переименовать. Если я правильно помню, ник писался вот так вот. Так... Вроде да. Если нет, то я, конечно же, исправлю. Ну, довольно странный, но оригинальный ник. Так. В смысле, странное написание. Аннабель, ничего странного в этом имени нет, а вот то, как оно написано, это интересно. Так. И Хот-дог просил либо оккультиста, либо шута. Шута у меня нет. Опять-таки, к сожалению, потому что шут — это очень круто. Поэтому будет оккультист Хот-дог, как было сказано. Горячий перец с востока по имени Хот-дог. Ну и вообще хотелось бы... Вы там морально готовьтесь, что вдруг их убьют и будет... Мне будет обидно, но... Это же такая игра, в которой их убивают. То есть не обязательно убьют, но... Вероятность есть. Итак, у нас... Открыли ли у нас гильдию? Открыли. Гильдию открыли, это хорошо. А кузнеца? Нет, кузнеца не открыли. Так, позволяет развивать навыки до ранга 2, это вот хорошо. И для этого мне нужно то, что у меня в принципе есть. В принципе, вот так вот. Вот так вот мне нравится. Оставим. Так, здесь у нас апгрейд есть в дилижансе. Да, у нас есть апгрейд до 3 героев. И... Список до 12 пока нет, потому что в следующий раз откроют кузницу, и мне очень нужны бумажки, на самом деле. Ну, вот эти вот купчие портреты тоже пригодились бы, потому что их совсем мало. Ладно, поскольку у меня сейчас есть деньги, а лечебница пока закрыта, мы зайдем в гильдию и посмотрим, что мы можем сделать. Значит, Хот-дог — это очень хороший персонаж, ну, в смысле, оккультист — очень хороший персонаж. И мне нужно взять ему несколько полезных навыков. Это, кстати, насколько он хорош. Это фобия, урон от стресса. Угу. Сопротивление перемещений. Он хорошо против людей заходит. Так, обязательно демоническая тяга. И... Да, заткнись. И бездонная артиллерия. Так, мы уберем... Это, возьмем это, берем.
понижает уклонение и ослабляет. Лучше пусть ослабляет. Как-то так вот. Да, это мой любимый расклад по оккультисту. Так. А, кстати, ну ладно, потом. Кем пойти? Рейнольдом? Или не Рейнольдом? Давайте, пока есть деньги, еще Рейнольду откроем. Очень полезный навык. Этот навык. Это свет... Нет. Воодушевление. И мы его апнем до второго уровня. И апнем до второго же уровня бумажку. Так, это хорошо. И... Будет ли у меня с собой хил? Нужен ли мне хил? А, у меня будет хил, конечно, у меня будет хил. Так. Блин, вот это очень, очень плохо, потому что... Я вообще не вижу смысла бафать вот эту штуку, потому что она повышает максимум возможный излечение, но не повышает минимум. То есть он как мог излечивать на ноль, так и до сих пор может. А вот шанс кровотечения дать, он увеличивает, и поэтому это как-то хреново. И... Вот это или это... Он, кстати, убивает всех трупов, убирает все трупы. Не знаю, пока ничего не буду. Давайте лучше посмотрим, что у нас может воровка. Она будет, наверное, стоять на... С последней позиции все может хорошо. Она будет стоять на третьей. Уход в тень. Бросок ножа. А, она хорошо с отметками. Так. Это баф. Да? А, вот это вот прыжок вперед. А назад? Нет, она... А, вперед на 2 прыгает. Не люблю вот эти вот прыжки туда-сюда. Они иногда пригождаются, когда меня начинают двигать. Угу. Но у меня нет никого, кто бы отмечал, по-моему, да? Да, это ослабляющее проклятие, это не отметка. Так, а вот это вот очень хорошо. Мы бафнем, улучшим ядовитые дротики. И... Что лучше взять? Подлый токсин или бросок ножа? Вместо выпада. Давайте бросок ножа. Она меткость и крит увеличивает вероятность, да? Давайте так, да. Ну вот похоже как-то вроде на правду. Она увеличивает сопротивление кровотечению. Она уменьшает сопротивление кровотечению. Но это пока не нужно, пока у меня нет кого-нибудь, кто блид дает. Окей. Да. Наверное, как-то так.
Сопротивление болезни, минус 2 к уклонению. Это хрень. Это мы продадим сразу. Плюс 20 шансов перемещения и минус 1 скорость. Дадим это хот-догу. Он перемещает. И это только для оккультиста. Он против мистики. Ну, не знаю. Мистики это вообще кто? Было бы неплохо, если бы мне кто-то сказал. Ну, ладно. Так, ну все. Пойдем. Все равно я не могу никого никуда отправить. Лечиться нет смысла. Так. У нас определенно пойдут вот эти ребята. И... А вот, кстати, вопрос, а кто же пойдет еще? Так, хил у меня есть. Этот у меня есть. Критовик. А, возможно, стоит взять вот этого парня. Он, в принципе, неплохо. Какие у него, кстати, навыки? А, воздаяние есть, укрепление есть. Слушайте, он хорош. Страх зверей. Черт, он боится зверей. Я как раз собрался в чащу. Угу. Так, ну, возможно, это повод в чащу не ходить. Это только для шута, но оно хорошее. А здесь что есть у нас? Кровавый талисман, сопротивление яду, сопротивление кровотечению, минус 20 сопротивление болезни, не очень. Это тоже для оккультиста, не хочу. А, вот, средний, кстати, только воитель. Слушайте, какая хорошая штука. Правда, она дает статуи, поход сюда, а не бумажки. Но, с другой стороны, это средний, возможно, я здесь найду что-то, ну, в смысле, много всего полезного. Давайте пойдем на средний, да? А, дрова мне дали, лопату дали. Давайте возьмем две лопаты. Скажем, ключ. Наверное. Так, еды. 12. Наверное, побольше. Вот так. Потому что большой данж, во-первых. Во-вторых, у меня у крестоносца при большом стрессе у него обжорство начинается, и он больше ест. А, у меня нет сталки, поэтому пусть будет так. Ну, не знаю. Бинт. Противоядие. Вперед. Средний данж, он отличается тем, что можно посидеть у костра один раз. И в этот момент можно использовать всякие прикольные навыки. Ну, специальные лагерные навыки. Итак, у нас сражение в комнатах. Ну, мы, естественно, пойдем сначала сюда, в тупик. Так, надеюсь, здесь нет ловушек. Воруешь? Нет, не воруешь. Хорошо. О, 1000 сразу. Причем деньгами, это неплохо. О, привет, ребят. Черт. Надо было перед этим. Это хреново. Так. Давай мы будем вот так действовать. Этот чувак дает сдачи. Причем люто так дает сдачи. Черт, вот это совсем хреново. Ну ладно. Будем отходить. И будем подходить. Ох, елки-палки, я не взял себе этот навык. Надо будет поменяться после сражения. Яд. Да.
Нормально. Ты еще сделаешь эту хрень, да? Ну ты получишь сдачи и умрешь. Отлично. То, что он, конечно, такой покоцанный, это хреново. Да я знаю, но не хочу. Мы будем защищать... Кого мы будем защищать? Тебя? Черт. Ты решил стрелять по культисту. Расплох, конечно, меня застали, это не очень приятно. Ага, хрен тебе. Это неплохо. Он из-за своей этой особенности начинает неплохо добивать всех. А мы тем временем его хилим. Но хилим как-то хреново, да? Чёрт. Нормально. Так. Продлим эту штуку. А что мне еще остается делать? Бумажка. Защищать оккультиста. Не знаю. Яд. Не успел убить. О, неплохой лутосбор. Узорчатый саркофаг. Святая вода? Да, черт, не то. Ладно. Окей, зря. Ах, зараза. Ну ты промазал. Что, пуст? Ну что? Окей. Молодец. Очень неплохо. Давай мы... Вот так сделаем. И вот так сделаем. Совсем неплохо. Опять я забыл сделать это. Ты замаял. Поменяемся. Черт. Ох, ёлки-палки. Это очень плохо. Ну, ладно. Идет. Но он получил... Блин, минус к стрессу. Плюс к этому. Короче, смертельный стресс. Когда они при смерти не получают этот стресс. Черт. Так. Ладно. Вы умерли. Да, ёлки. Будем защищать этого парня. А убить ты будешь, конечно же, другого. Что за люди такие? В смысле, не люди. Ой, ладно. Что ты любишь
месить щитом. Держи киркой в лицо. Мы будем хилить того, кого мы хотим хилить, и он получит рану от кровотечения. Чудесно просто. Окей. Мы перевяжемся. Мы поменяемся. Поменяем навык. Поменяем навык. И тебе-то я поменял, поменял. А тебе? А у тебя нечего менять. О, окей. Ах, человеческий фактор. Это было глупо. Ну ладно. Голод. Проклятие. Очень плохо, что они решили поесть. Но мы застали их врасплох, и это немножко улучшает ситуацию. Иди назад. Черт! Уклонился. Да. Это очень хорошо. И... ослабься. Я хочу немножко на этом ходу полентяйничать и пытаться восстановить себе некоторое количество здоровья. И стресса. Негодяй. Ты умрешь. Ладно. Окей. Никого. Разведка? Нет. Черт! Блин. Ёлки-палки, а? Чё же вы какие проглоты? Я начинаю сомневаться, что я нормально эту миссию одолею. Тут нет никого сложного пока из противников, но... Так, держи и оглохни. Отлично. Так. Ну, мы продолжаем. Черт. Но мне нужно что-то делать с... хот-догом. Он страдает от стресса совсем. Так. Учись, печенька. Стреляешь. Ну ладно. Стреляй. В этого стреляй. Так. Он бьет троих булавой? Очень интересно. Тогда умри. Ты помрешь и так от яда. Ты будешь умирать от яда какое-то время.
хил тебе. Хорош хил. На 6. И идет кровотечение. Защищаем тебя. Лечим стресс. Плохо. Тоже хорошо. Хил тебе. Отличный хил. Нет кровотечения? Есть кровотечение. Черт. Окей. Еще я. Умри от яда. Ладно. Терпи кровотечение. Что это у нас? Теперь вот на алтаре мне пригодилась бы склянка, но... Окей. Давай ты. А, усилился. Ну ладно. Хватит ныть. О! Мы застали их врасплох, отлично. Вот так. О! О! Очень даже неплохо. А я достану до тебя. Черт! Иди сюда. Тентак у тебя. И... Я могу убить тебя бумажкой. 4-8. Надеюсь. Черт! Зараза. Почему ты нанес минимум? Ты мог 8 ей влепить. Ты мог хотя бы 5 ей влепить, это было бы достаточно. Зараза. Ты еще и двигаешь его, нет, не двигаешь. Блит? Нет. Гадство, а? Хорош хил. И нет, крип. О, отлично. Так. Мы, пожалуй... Вот так сделаем. Гад. Смотри на бумажку. Ну, это фигня. Ты просто двигаешься вперед. У него, наверное, сопротивление. А, нет, ты оглохнешь. Ладно. И, наверное, как-нибудь так. Хил. Мне нужен хил. Чтобы хилить себя. Отлично. Зараза, а? Отстань от моего... оккультиста. О, неплохо. Тык. А ты... У него сопротивление к оглушению 65. Это как-то не очень. А вот это вот уже нормально. Так, кто? Ты. Давайте залезем в фонтан. Добыча. Неплохо. Мне нужно сразиться в комнатах. Поэтому я, наверное... Хотя... Интересно, мне дропать часть этих комнат или нет? Или мне пытаться пробиться сквозь них? Здесь есть ловушка. Ну, давайте не будем бояться испытаний.
это, в принципе, крепкая пати. Вот это уже плохо. Это уже как бы говорит нам о том, что мы не будем отдыхать. Меткость максимальная какая есть. Вот это. 3-6. Тебе. Отлично. Черт, ну не отлично. Почему тела не осталось? Ух ты. Сурово. Так, а похилим мы крестоносца. Чудесно. Вообще супер. Вот это вот плохо. Зачем же так-то? Держи кирку в лицо. Черт. Что так странно. Ну ладно. До свидания. Не трогайте эту штуку. Мешок трогайте. Лишние деньги не лишние. Здравствуй, друг. Так. Давайте вы ослабните. Черт, уклонился. Это очень плохо. Гад. Иди-ка сюда. Разговор есть. Вот такой вот разговор. Так. Да. И вот так. Супер. А, она были валит ножами. Просто отлично. Оглохни. Нет? Какой-то упрямый, а? Ну, окей. В конце концов, это был не крит. А это был хил. Отравленные дротики круче, чем кирка в лицо. Кирку в лицо можно, по-моему, вообще убирать смело. Она просто не нужна. Не трогайте эту штуку. Хотя... А, витрина заперта, используем ключ. Сокровище. Вау, вот это не зря. Мы... Просто супер. Совершенно не зря. Черт, я не успел. Успел. Но... Ладно, пофиг. Коробка. Трогайте коробку. Картина. Картина — это плохо, потому что... Картина у меня занимает дополнительный слот. О, чуваки! Я застал вас врасплох, и вам очень крупно не повезло. Так. Давай оглохнешь ты. Черт. Тогда ты пойдешь сюда. И ты... А сколько у тебя жизни? 3. И ты отравлен еще на 3, да? Тогда... Вот так. Сразу умрет. Да. О, да ты еще и промазал. Ой, ты промазал. Ребят, вы просто молодцы. Держи яд. Пофиг, что ноль. У них, по-моему, броня есть какая-то. Наплевать.
Им все равно, в каком порядке стоять. Умри. Хил. Критический, но 4? Почему? Странно. Лучше так. Отлично. А, можно, shift. Shift и левая кнопка. Давайте выбросим противоядие, чтобы взять бабло. Не лезь в полку. Отлично. Просто чудесно. Эти два чувака, я их обожаю. Где? Чёрт. На него же, ну... Может, ты оглохнешь? Да, хорошо. Неплохо. Тоже неплохо. Попробуем поснимать стресс немножко. Наплевать. Тебе держи яд. Нет, тебе не хватит, чтобы умереть, да? Не хватит. Зараза. А, ну, нормально. А тут мы не очень боимся. Вот этого я, парня, тоже не люблю. Он очень много дэмэджа наносит. Но у меня есть хот-дог, который шпарит хилом очень круто. Я должен лечить стресс. Все равно тот умрет от яда. Он мне уже не страшен. А вот эти вот уже неприятно. Ты меня подвинешь? Нет, не подвинешь. Неплохо. Ну, это и понятно было. Так. Наверное, тебе яд. Тебе, конечно же, хилка все равно с кровотечением. А, нет, оно же стакается. Отлично. Продолжаем это делать. Вот этим мне нравится крестоносец. Он умеет снимать стресс. Держи еще я. Будем считать, что это кислота, которая... Восемь. Не страшно. Всего 3. А, мы похилим тебя. Отлично. Держи еще яд. И мы защитим крестоносца. Все это делается ради того, чтобы ход до крестоносца дошел. О, и он дошел. 21, 25, 25, 28. Потому что он получает стресс при слабом здоровье. А хил тебе. Плохо. Плохо так. Худок, что ж ты? О, ключ. Ох, блин. Ладно, это мы возьмем, это мы точно возьмем. А что мы не возьмем? 250. 500. Цитрин. 1000.
Черт. Ну, что же взять-то? Мне, в принципе, нужны... Ладно. Гербы. Ах, черт. Ну, ладно. Мы возьмем герб. Мы выбросим деньги, возьмем ключ. Залезем. Совершенно пуст. Окей. Ящик пуст. Я не хочу все это есть. Просто пройдем мимо. Голод. Да, теперь мы точно не сидим. О, разведка, хорошо. Что это, книга? А, препятствие. Препятствие не страшно. Не зря взял ключ. Я думаю, лопату теперь можно выкинуть. Не пойду сюда. Один факел. Ага, хорошо. Сундук, который мы откроем ключом. Освободим одно место. В общем, хорошо все. Факел. Я. Доел. Блин. Что ты промазал-то? Да блин, что ж такое-то, а? Ну, прекрати. Блин. Хватит кредитовать. Пофиг. Сколько у тебя? 5. Умри от яда. Отлично. Все равно не убью ее. Блин. О, неудачно. Ну, может быть так. Все равно сопротивление. Окей. Пытаемся снять стресс. Зараза. Ну, хорош, ты чё, зачем ты начал болтать такое? Видишь, криты. Все хорошо. Ну, смотри, какая у меня замечательная, какой у меня замечательный флажок. 4 жизни. И ты умрешь от яда. Оглушение 25. А, хватит на меня накладывать кровотечение. А мы... Ну, мы похилим тебя, конечно. Ты что, смеешься, что ли? Хот-дог что-то не в форме в этом бою. Вот, вот. Вот это я понимаю. Ну, ладно. Блит наложил. Молодец. Наверное, ты умрешь. Нет, ты получишь яд. Ты все равно под станом. И... Ну хватит ныть. Ты кто, в конце концов? Почему ты не восстановил немножко стресса? А, ты двигаешь его, засранец. Вот, опять хорошо.
Но опять кровотечение, блин. Меняемся. У нее есть навык, который отскакивает, но он действует только с первых двух позиций и сразу на две клетки. Не очень удобно. Сопротивление, так сопротивление во всем, да? Ну ладно, умри так. Это мы возьмем, это мы возьмем. Так. Задание выполнено, но мы продолжим поход. Залезем сюда. Черт. Шкатулку нельзя. Ну, конечно. Что в последнем? Ничего. Ладно. И здесь куча книг. Проклятие. Возвращаемся в город. Как видите, средний поход вполне можно потянуть всего с... ну, то есть без сидения. И мы получили повязку долгожительства только на воителя, и оно повышает максимальное количество очков здоровья на 15%. Это очень неплохо, даже несмотря на то, что скорость понижена. Ну и что же мы получим? Уровень решимости у Рейнольда получается... Черт, минус один скорость, это плохо. Плюс 10 к шансу разведки в бухте, это хорошо. Аннабель, боязнь бухты, это плохо. А хот-дог, свитер, что ж вам не повезло-то, ребят. Не будет молиться. Ну, молиться, ладно. Мы обойдемся и без мольбы, в принципе. Бухту, конечно, и скорость надо... Ох, надо это решать. Надо это лечить. Ну, в бухту я пока не собирался. Эти восстановили стресс почему-то. Стал доступен дом лесника и лечебница. И цыганская кибитка. Угу. Окей. А кузницы нет еще? А, нет, кузница стала доступна. Какого хрена? А, нет, кузница была доступна, да. Так, пойдем в лечебницу и вылечим Рейнольду медленные рефлексы. Угу. Кто у нас в дилижансе? У нас в дилижансе все, в принципе, хорошо, потому что у нас здесь есть... Новый разбойник. Кстати, это хороший навык. Но ему придется брать много хороших навыков других. Картечный залп на троих. Боевой натиск и порез вены. Ой, он такой хреновый. Вот это хорошо. Но вот это... Сразу и то, и другое. Вот довольно плохие штуки. Я даже не знаю, стоит ли его брать. У нас есть еще один оккультист. С тремя нужными навыками вообще хорошими. И с неплохим хорошим бонусом. Плюс 5 к меткости. Оккультиста я возьму. To fight the abyss, one must know it. Так, а вот тебя, наверное, я выгоню, потому что я факел всегда держу хорошо зажженным. И ты снимаешь стресс только в борделе, бордель дорогой, поэтому иди нахрен. Так. Ну и, наверное, мы возьмем разбойника. Проблема в том, что я запер Рейнольда.
И теперь мне нужно идти обязательно с теми, кто хорошо сопротивляется стрессу. Но это мы уже будем делать в следующей серии, потому что эту надо заканчивать. Я надеюсь, вам нравится это прохождение. Напоминаю, у нас флешмоб. Вы можете оставить заявку и подарить свой ник одному из этих несчастных страдальцев, которые бродят по подземельям. Мне эта идея очень понравилась. Еще раз спасибо, Аннабель. Ну и на этом пока все. С вами был, как обычно, любопытный геймер. До связи.